4 мая 2013 года. Вечерело. Охотники двигались в сторону Глухаринного тока. Погода изумительная. Весна. Все оживают рожили и охотники. Солнце светит нам навстречу, значит, мы идем на запад. Вот так когда-то раньше ходили партизаны лесами. Теперь в лесах остались только настоящие охотники, которые, невзирая ни на что, пытаются захотить редкую реликтовую птицу. Так, первая дичина, еж. Тихо. Убежал. Охотники продолжают двигаться на ток. Поступь ровная, уверенная. Идут четко в заданном направлении. На солнце двигаются. Вот. Такое ощущение, что когда-то раньше здесь бывали. Каждый куст знаком. Опытные идут впереди. Молодежь двигается сзади, но вооружена до зубов, даже топорами. Да. Вот им туда, куда-то к солнцу. Первая дичь. Тетерев косач. В данный момент он сделал очередной раз охотника. Дорога вперед. На ней живут разные лесные насекомые. Вот сейчас вы видите рой дикой пчелы. Как нам обойти это мероприятие, мы не знаем. Возможно, укус таких насекомых может вызвать необратимую реакцию в организме человека. Это из фильма ужасов. Это весенние комары. Мы идем дальше. Пришли вечером на подступ к горе. Вот так выглядит Глухаринный ток. Внутри его. Это начинающие охотники. Первый раз пришли на подслух. Как ваши впечатления? Слушай. Сидим. Слушай. Итак, началось одно из самых увлекательных мероприятий на охоте. Называется ожидание. Вот начинающие охотники отличились. Так, сутеменки. Ничего не видно. Охотники пришли. Стока собирается. Отходят. Вот уже. Ой-ой-ой. Так. Так. Принесли добычу. Саша, снимай. Так, вот еще один. В сутеменках, но видно. Так, Игорь Геннадьевич. Так, хорошо. Плохо будет вас видно очень, конечно, наверное, судьбиночка. Нехрен так рано стрелять.
Вот, видите, вот. Нормальные тут люди днем охотятся. Да. И по ночам. Ну а тут еще начинающая молодежь. Вот сзади, сзади видно очень хорошо только костер. Вот. Теперь вот так вот хорошо вас видно. Все, счастливые лица. Три мужика, добыли трех глухарей. Могут идти домой. Ну давайте. Давай, посмотрим вот это.